Мы находимся в читальном зале лицея номер 16 города Кызыла. На каждой перемене сюда спешат ученики, приходят с друзьями, обсуждают книги или просто отдыхают от суеты. Библиотека – это особое место в школе. Она объединяет читателей разных возрастов, как среди учеников, так и среди учителей. А принимая читателей, очень приветливые педагоги и библиотекари Айрана Дюктулюш и Далана Карти, которые приступили к этой работе со дня открытия лицея. Работа школьного библиотекаря заключается не только в выдаче и приеме учебников, художественных книг. Также проводятся мероприятия, беседы, библиотечные уроки, оформляются книжные выставки в читальном зале. Поздравляю своих коллег с Международным днем школьных библиотек. В этот день желаю вам, чтобы в жизни все происходило, как в красивых романах, и чтобы у всякой истории был счастливый конец. С днем библиотекаря! Лицей номер 16 – один из ведущих в городе, куда ежедневно спешат с знаниями более 2000 ребят. Пятиклассники рассказали, почему они любят школьную библиотеку, и самыми теплыми словами поздравляли работников. Библиотека – это сокровище всех богатств человеческого духа, так говорил один философ. Наша библиотека лицея номер 16 – самое уютное место в школе. Я люблю школьную библиотеку, потому что там есть разные книги. И там много-много посетителей, которые хотят прочитать разные книги, журналы, энциклопедию. Там есть книга от самого тонкого до самого толстого. Здесь книги дают знания и на душе покой. У каждого имеется любимый свой герой. Так с праздником всеобщим всем желаю удачи. Приходите сюда, в библиотеку, читайте книги, развивайтесь. Фонд библиотеки составляет более 5000 художественных экземпляров и не только. В читальном зале много посетителей и в день бывает 40-50 учащихся. Постоянными читателями являются учащиеся первые по четвертые классы лицея. Алдына Исаева, Владимир Сюртюк, Самдам Иргит, Тува-24.